Люди будут делать одно и то же, как ты не бейся. Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласна с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни. Приучай себя внимательно относиться к словам других людей и старайся по возможности проникнуть в душу говорящего. Но что тебе там делать? Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Все, что мы видим, является перспективой, а не правдой. Любить тех, кто ошибается и заблуждается, – особое свойство человека. Такая любовь рождается тогда, когда ты понимаешь, что все люди твои братья, что они погрязли в невежестве и заблуждаются не по своей воле. Должно быть время говорить и должно быть время молчать, но не должно быть времени болтать. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. Помни, что изменить свое мнение и следовать тому, что исправляет твою ошибку, более соответствует свободе, чем настойчивость в своей ошибке. Кто не знает, что такое мир, не знает, где он сам. Мир изменения, жизнь восприятия. Не живи так, точно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни, уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать достойным. Все человеческое – дым, ничто, особенно если представишь себе, что однажды изменившееся уже никогда не возникает вновь в беспредельности времени. То только истинное благо и добро, что благо и добро для всех.